А в Экодер, в этом видео мы продолжим разбираться с минимальной практически необходимой теорией. И на этот раз мы поговорим о настройке гиперпараметров и регуляризации. Начнем с гиперпараметров. Для начала, почему гипер? В чем отличие гиперпараметров от просто параметров? Итак, в разрезе машинного обучения параметр ⁇ это некая переменная, некая величина, являющаяся внутренней для модели, чье значение, скорее всего, было получено на основании самих данных. Гиперпараметр же ⁇ это некая конфигурация, которая является внешней по отношению к модели. Его значение не получено на основе данных, но это значение может определять то, как алгоритм будет обучаться значением параметров полученных из данных. По сути, эти гиперпараметры настраиваются или задаются до начала обучения модели, и впоследствии они позволяют управлять процессом обучения модели. Разберем пример с Титаником. Предположим, что для определения того, выживет ли кто-то из пассажиров или нет, мы будем использовать небольшое дерево решений. Итак, первый вопрос и первое ветвление ⁇ пол. Мужской или женский? Для начала исследуем ветку мужской. Следующее ветвление будет вопрос о стоимости билета. Как вы помните из анализа, люди с более дорогими билетами, скорее всего, имели какие-то преференции при эвакуации. И поэтому выживаемость среди них была выше. Итак, стоил ли билет дороже 20 долларов? Если да, то далее мы отправляемся по ветке выживания. Если нет, то по ветке невыживания. Следуя этой же логике и пометуя, что среди женщин и к тому же обладательность билетов первого и второго класса выживаемость была на порядок выше, то на женской ветке мы можем прямо так и спросить, был ли твой билет билетом третьего класса. И если ответ нет, то скорее всего он был первого или второго, а значит выживаемость была на высоте, а если да, то не повезло. И теперь, когда у нас перед глазами есть этот пример, какая же все-таки разница между параметром и гиперпараметром? Как мы помним, параметры являются внутренними для модели и получены на основе данных. Например, это может быть порог в 20 долларов для стоимости билета. Возможно, столько стоил билет в первый или второй класс, а это уже была серьезная заявка на выживание. Эта же логика отражена и в вопросе, была ли пассажир обладательницей билета третьего класса. Хорошо, с параметрами разобрались. Так что же будет являться гиперпараметрами в этом примере? Что может быть конфигурацией модели, которую мы определяем перед обучением, и которая является внешней для самой модели? примеру, для таких деревьев это может быть глубина дерева. Да, звучит немного по-наркомански, но представим, что дерево начинается с корня, титаник, и растет вниз, эдакое глубинное дерево. Это наше небольшое дерево обладает глубиной равной двум, то есть у нас два уровня ветвления, два вопроса, если хотите, или по уму их называют узлы решения. Если бы мы захотели поменять этот гиперпараметр и сделать его, скажем, равным трем, то нам бы пришлось добавлять еще один уровень ветвления, который бы далее помогал с определением, выживет ли пассажир или нет. И выбор фич или признаков, которые мы используем для определения выживаемости, также является гиперпараметром. Понавыбирав признаки, которые особо на выживаемость не влияют, или наоборот, выкинув те, что влияют существенно, мы рискуем получить невнятную модель или неэффективный алгоритм, если хотите. Если бы мы просто спрашивали один единственный вопрос про пол, то наша модель была бы слишком простая и недообученная. Иными словами, не способная выносить решения, принимая во внимание все факторы, непосредственно влияющие на выживание. Но если мы установим глубину дерева равную 10 тысячам, то вполне возможно наша модель запомнит судьбу практически каждого пассажира. И увидев продолжение списка пассажиров из тестового набора, она потеряется, не обнаружив привычных ребят. Это то, что иными словами называется переобучением. И смысл игры фактически заключается в том, чтобы настроить эти гиперпараметры таким образом, чтобы минимизировать общую ошибку. Этот график похож на тот, что мы уже видели в первой части необходимой теории. Синим цветом обозначена ошибка на тренировочных данных, а зеленым на тестовых. Ось X представляет собой максимальную глубину дерева решений, которая в данном случае является показателем сложности модели. И можно заметить, что когда глубина дерева небольшая, то где-то в районе единицы ошибка на тестовых и тренировочных данных также высока. Затем где-то в районе глубины равной 9 мы видим, что ошибка на обоих типах данных относительно мала. А после этого ошибка на тестовых данных начинает расти. Иначе говоря, глубина дерева равная 11, 13 и 15, возможно, делает модель чересчур сложной, и она переобучается. В библиотеке Scikit-Learn даже есть отдельный инструмент, позволяющий определить оптимальные гиперпараметры, GridSearchCV, который мы с вами будем использовать на практических занятиях. А теперь давайте поговорим о регуляризации, что это такое и зачем это нужно. Как нам подсказывает определение, регуляризация ⁇ это техника, используемая для предотвращения переобучения путем добавления неких ограничений для наказания или штрафа за чрезмерно сложную модель. Зашибись, теперь стало намного понятнее, правда? Напомню, какую цель мы преследуем. Фактически мы хотим, чтобы наша модель могла уметь определять взаимосвязи или паттерны внутри данных и быть к тому же достаточно гибкой, чтобы она тупо не запоминала все возможные комбинации и могла обобщать. И при этом мы хотим, чтобы наша модель была достаточно простой, потому что в простоте сила. По сути, простая модель, способная найти оптимальное решение, ценится гораздо выше, чем сложная модель, способная на то же самое. Ибо если нет разницы, то зачем платить больше? И можно сказать, что предназначение регуляризации в том, чтобы ограничивать модель и ограждать от становления чересчур сложной. Давайте разберем упоротый пример. Но опять же, чем он упоротый, тем больше шанс, что ты, мой пушистый друг, его запомнишь. Представим, что ты шахматист, и в своем родном шахматном клубе ты играешь неплохо. У тебя там есть любимый стул за любимым столом. Не слишком далеко от центра, но и не слишком в углу. Ты играешь своими любимыми шахматами, и всегда приоткрываешь окно, чтобы в комнату проникал свежий воздух. Ты уже привык к освещению и к партнерам, но тут происходит непредвиденное. Тебя приглашают на районные соревнования. Ты приезжаешь в другой город, в другой шахматный клуб, и тут ты понимаешь, что все те вещи, которые якобы влияли на твою игру, остались в прошлом. Здесь нет нелюбимого места, окна не открываются, а освещение слишком яркое. Тебе придется играть с людьми, с которыми ты раньше не играл, и ты чувствуешь, что без всех этих привычных вещей ты, наверное, не сможешь выигрывать, как это делал в своем родном клубе. Но в итоге ты делаешь вздох и, оглядев еще раз саму задачу, ты понимаешь, что в самой модели игры в шахматы только твои решения на доске имели значение и определяли победу. Все остальное, стулья, окна, противники были всего лишь шумом. И это примерно то, что делает регуляризация. Помогает избавиться от незначительных признаков, оставив лишь те, что напрямую влияют на результат. Существует множество типов регуляризации, но, как всегда, есть несколько наиболее популярных и часто используемых. Например, регуляризации L1 и L2 являются битлами из мира регуляризации. Они добавляют некий штраф к функции потерь для ограничения коэффициентов. L1 или регуляризация Ласса или регуляризация через Манхэттенское расстояние начисляет штрафы за признаки с большим значением коэффициентов. Кроме того, она обнуляет значение некоторых коэффициентов. Таким образом, незначительный признак может быть попросту выкинут из датасета, то есть она фактически уменьшает шум в данных. Регуляризация L2 или регуляризация Тихонова или Rich Regression выписывает штрафы, которые уменьшают коэффициенты. Это некие числа, которые прикреплены к каждой независимой переменной, скажем, в линейной регрессии, но никогда не обнуляют их. То есть шум будет присутствовать всегда, но он будет настолько мал, что модели придется очень сильно стараться, чтобы увеличить свою сложность. Также стоит упомянуть дропаут или исключение. Эту технику можно часто встретить в нейронных сетях, когда, дабы предотвратить зависимость модели от определенной конфигурации узлов во время обучения, случайным образом исключается некоторое их количество. Что-то вроде, когда во время тренировки тренер команды усаживает несколько ключевых игроков на скамейку запасных, выпуская на поле молодняк или вообще заставляя играть в меньшинстве. Таким образом, команда отрабатывает взаимодействие вне зависимости от наличия звездного состава. Ну что ж, это был небольшой обзор таких понятий, как гиберпараметры и регуляризация. Несомненно, понятий и концепций в машинном обучении очень много, так что далее я постараюсь их подмешивать к практическим занятиям, когда мы уже будем решать непосредственно задачи. А пока ты можешь поставить императорский палец вверх, подписаться на канал и ударить в колокол, чтобы не пропустить следующего урока. Это был Ви. До связи.